15 жителей города Актау награждены за вклад в озеленение города. Они отмечены почетными грамотами от имени руководства Управления защиты природных ресурсов и регулирования природопользования, а также благодарственными письмами руководства отдела жилищно-коммунального хозяйства. Чествовали местные горожан за их труд в озеленении своих придворовых территорий. Они преподнесли яркий пример любви к природе родного края. За благие дела активные граждане получили награды в преддверии 55-летия города Актау, ну а также в рамках программы «Рухани Жангыру» и «Туан Жерге Тағзым». Всех жителей города Актау мы призываем вместе совершать благие дела и активно принимать участие в благоустройстве нашего региона. Если в городе будет как можно больше зеленых насаждений, будет приятно и уютно не только жителям, но и гостям Мангистау.